Стреляй. Делай, что я говорю. Я готов к смерти. Я готов умереть. Сначала ответь мне на один вопрос, друг. И мы отпустим тебя живым. Куда направлялся твой отряд? Ну давай, говори. Спасайся. Спасай свою жизнь, друг мой. В Даглас. Очень хорошо. Теперь ты свободен, друг мой. Беги. Бедняга. За мной, ребята! Альбатрос Филмс представляет. Это не Стефан? В фильме «Джентльмен-убийца». В картине также снимались Эдуардо Фахардо, Сильвия Солар, Анна Орсо, Франк Оливерас, Видаль Молина, Хоакин Бланко, Бенито Стефанелли и другие. Оператор Франциско Мари. Композитор Бруно Николай при участии Эннио Морриконе. Италия, Испания. Режиссер Джордж Финли, Джорджо Стегани. Лейтенант, все ли на месте присутствуют? Стройся, равняйся, смирно. Начать поверку. Андерсон, Боланд, Донован, Данни, Грегори, Джонсон, Иган в караулке. Чего он ждет, черт возьми? Он что, не знает, что мы выезжаем? Ждет смены? Пусть строится да поживее. Живо. Лоренс, МакАртур, Миллер, Малок, Смит. Как они могли нас оставить, пусть даже на день? Нам нужно, по крайней мере, два взвода. Они не могут нас бросить. Банк ограбят. Дорогая, забудь про бандитов. Гарнизон и раньше менялся. Конечно, начальник нас защитит. Не волнуйся, он знает, что делает. Один он сможет тебя защитить, пока нас всех не перебьют. Капитан все равно останется, потому что он здесь единственный представитель Вашингтона. Пока не решится вопрос, чья здесь территория, он будет находиться в поселке. Кто его знает, вдруг нас предложат мексиканцам. И скоро. Том, ты не можешь не видеть, что делаешь. О новой смене пока ничего не слышно. Пока уходить из города. Капитан считает, что мы делаем из мухи слона. Может быть, помощь в нескольких часах отсюда. Ты так думаешь? А как ты убедишь остальных, что деньги будут целы? К вашим деньгам никто не притронется. Положитесь на меня. Все равно чует мое сердце, жарко будет. Видишь эту кучку? Придумай хоть что-нибудь. Я уже придумал. Золото мы перевезем в отделение банка в Эль-Пасо, пока не решится вопрос о границе.
Все на месте, лейтенант. Ясно. Взвод, правое плечо вперед, шагом марш. До встречи. Ой, бедняга. Это я тебе ножку подставил? Ничего, сейчас ты все забудешь. А теперь сделай мне приятное. Знаешь этого сеньора? Знаешь, скажи этому великану, что я с удовольствием с моими парнями защищу его город. Давай, давай. Это он сказал? Вы что, не видите? Хитрый койот. Все сидят и посмеиваются. А теперь послушайте меня. Пусть говорят что угодно. Собака лает, ветер носит. Вы что-то сказали, сеньор Моррисон? Что вы хотите? Запугать нас? Что вы говорите, сеньор? Этот город еще не часть Мексики, я должен вам об этом напомнить. Вы не правы. На самом деле вы хотите сказать, что мы здесь незваные гости. Если бы ваши люди вели себя как полагается, вы хотите учить нас американским манерам, может быть, достаточно будет уехать вашим людям из города через час, или мы потеряем терпение. Ну, хватит. Если кто-то из ваших людей дотронется до ствола, вы будете отвечать, полковник Феррарес, за своих людей. Это касается и вас, Моррисон. Это приказ. Я командую военным гарнизоном, и поэтому, пока комиссия не решит, на американской или мексиканской земле стоит этот поселок, я здесь главный представитель власти. Я думаю, вы пораскинете мозгами, и никаких перестрелок не будет, пока мой мандат не истечет. Это ясно? Капитан, мы согласны, при одном условии, если они будут себя хорошо вести. Я подожду. Есть тут кто-нибудь? Эй! Кто-нибудь дома? Вы открыты? Нет. Моего дяди нет. А где же он? Уехал в Эль-Пасо. Но скоро вернется. Понятно. Когда? Через несколько дней. В отеле никого нет. У нас нет постояльцев, потому что американцы боятся, а мексиканцев — мексиканцы американцев. Значит, все друг друга боятся. Поэтому здесь никого и нет. Такова политика. Вот, пожалуйста, за номер хватит? У вас, наверное, денег куры не клюют. Иногда не клюют.
Когда-нибудь я тоже заработаю большие деньги за картами. Забудь про эту мечту. Виски. Посмотрите-ка, осталось только кольцо с бриллиантом нацепить. Еще немного, и ты превратишься в рождественскую елку. По крайней мере, он платит за то, что пьет. Вот это нравится? Слушай, друг, у нас еще есть место за столиком. Хочешь с нами в картишки перекинуться? Думаю, не сегодня. Сегодня у меня несчастливый день. Мексиканец не любит, когда ему отвечают «нет». Это значит, оскорбляют? Ну, если хочешь, хорошо. Вот туда. Снимите карту, сеньор. Скрываюсь. А если играть сердцем? Я тоже. И я. Я ставлю. Торрес. Две. Три. Две до конца. Еще шесть сотенных. Нет. И я нет. Удваиваю. Двести. Триста. Он с ума сошел. Теперь скрываешься? Я еще добавлю. Согласен. Посмотрим, что там у тебя. Четыре генерала. Слишком много. А ну встал. Если хочешь стрелять... Не нужно. Ты всегда выигрываешь со стволом? Да. Тогда найди себе другого джентльмена в партнеры. Струсил. Забавно. Никогда такого забавного человека в жизни не видела. Налейте мне виски. Виски – слишком крепкий напиток. Что скажет мама? И папа отшлепает. Про моего папу я бы на твоем месте не беспокоился. Мы здесь не любим трусов. Пожалуй, лучше тебе уехать. Убирайся, пока здесь кровь не пролилась. Давай, пока цел. Если кто-то будет с тобой плохо обращаться, дорогой, покажи им вот это.
Большое вам спасибо, но оставьте это при себе, если на всякий случай останется что защищать. Хочу я этого или нет, мне придется защищаться уже сейчас. Что ты там говоришь? Нет, нет, говори мне сразу, прямо в лицо. Грязный шулер. Шулер? Если хочешь, я могу всем доказать, что это ты шулерил еще до того, как я сел за стол. Так, хватит, друзья, с этим игрушечным пистолетиком хватит. Объясни сначала. Я не буду разрешать тебе стрелять по моим людям, так как сейчас. Что случилось? В чем дело? Уберите пушки. Капитан, это он. Я видел все. Это он виноват. Он приходит сюда, как шулер, и пытается стрелять моих людей по американским законам. Шулерство карается по закону. Повесьте его, как всех остальных вешали. Если это обвинение, говорите сразу. У меня есть доказательства, и все мои люди могут доказать. Вы можете сказать что-нибудь в свою защиту? Конечно, могу. Если разрешите. Этого хватит, капитан? Этот человек отправится в тюрьму. Да, конечно, конечно. Арестуйте его. Вы на это способны. Вы с ним как два брата, капитан. Ты хотел денег? Может быть, вам это и неизвестно, но всемогущий доллар доведет куда угодно. Он богат и забавен. Можешь не волноваться. Пусть думает, что победил. Эта удача продлится не навсегда. Иди. Вы знаете же, нельзя так поступать. Я все равно под защитой мексиканских законов. Может быть, по законам чего угодно, но этот город пока еще часть Соединенных Штатов. Не надо было так ошибаться. Мои друзья пришли за мной. Боитесь дверь открыть, да? Кажется, ты не очень рад меня видеть, Клей. Скажи, что тебе нужно? Ты мне не поверишь. Но я здесь по делу. Карты? Ты никогда не был доверчивой душой. С какой стати мне тебе доверять? Человек с железной волей. Из тебя получился хороший солдат, Клей. Конечно, жить по уставу — это очень приятно. Не говори об этом. Скажи, что ты собираешься здесь делать? Я уже сказал, я приехал сюда по делу. Хочу подышать свежим воздухом. Как обычно врешь. Иногда я говорю правду. У тебя здесь хороший город, много денег, спокойно. Давненько такого не видел. Я прошу тебя, уезжай и никогда не возвращайся. Поскольку ты просишь об этом как об услуге, хорошо, я согласен. Прощай. Пожелай мне удачи.
капитан. Добро пожаловать. Вы боитесь. Правда же боитесь? Капитан. Я точно говорю. Убейте этого гринго. Он из нас сделал полных идиотов. Да я бы сам это сделал, если бы не был таким идиотом. Черт возьми. Мальчики, не ссорьтесь. Перестаньте. Кажется, я сам сказал. Я с ним справлюсь. Успокойся. Нельзя же его просто игнорировать. Чем дольше он будет здесь, тем больше неприятностей будет у нас. Дайте мне убить его, как обычно. И еще. Если бы в Вашингтоне здесь не было представителя, кто знает, может быть, вся территория давным-давно была продана мексиканцам. Он не дурак. Он же сказал, что будет под водительством капитана. Я знаю, куда они отправятся. Откуда? Главное, убедить этих людей делать то, что я им говорю. Я знаю то, что не знает ваш капитан. У меня ясная метода. И те, кто мне поверили, из них мало кто остался живых. Слишком поздно, капитан. Ну что, капитан? Вы, кажется, кого-то ждали. Я тебя ждал. Меня? Ах, да. Конечно. Ничего, если я попрошу вас освободить моего товарища. Вы не против? Феррарос, это тебе даром не пройдет, понимаешь? Ой, извините, как вы жестокий, капитан. Вы абсолютно правы. Мне нужно было получить у вас разрешение, да? Я же сказал, мои друзья за мной приедут. Феррарос, я представитель правительства Соединенных Штатов. Я приказываю вам покинуть помещение. Слышал, нет? Будьте так добры расписаться на этой бумаге, капитан. Ну что ж, не хочет по-хорошему, хочет по-плохому. Давайте. Капитан, готовы подписать? Очень хорошо, капитан. Можно? Мистер, спустите скорее! Скорее спускайтесь! Случилось страшное! Что такое? Феррарос и его люди забрали капитана Ривса прямо в кабинете. Скорее. Друзья мои, можете не волноваться. Теперь, с этим документом мы представляем Мексику с сегодняшнего дня. Я забираю бумагу, а вы охраняете капитана. Что с ним делать-то? Тише. Вот так. Уходим. Вот видишь? Моя метода всегда срабатывает.
Эй, капитан, да вы не бойтесь, за минуту все кончится. Смотрите, что я нашел. А это лучше пойло, чем обычно. Нет ничего лучше, чтобы согреться рюмкой хорошего виски. Только иногда этого не понимают. Не волнуйся. Он поймет. И оглянуться не успеем. Туда, в погреб. Найди место, куда его можно положить. Вот сюда. Все в порядке, Клей. Мы вместе. Вместе, Джо. Ты не можешь умереть, Клей. Борись. Столько всего. Хотелось сделать. Ты сделаешь. Обещаю, ты успеешь. Джо, помни. Отец ждет. Я помню. Как темно. Я должен. Должен сказать, что... В Пасо. Он был смелым человеком. Кроме него, с Ферраросом и бандитами никто ничего не мог поделать на этой территории. Я знаю. Сэм. Его смерть нужно оставить в тайне. Это важно, понимаешь? Закон нужно выполнять. Пока все думают, что капитан жив, так и будет. Так и будет, я обещаю. А теперь у нас много работы. Впереди много дел. И быстрее. Он здесь. Позови его. Матерь Божья. Идиоты проклятые. Почему я его не повесил, когда был шанс? А ну верните капитана. Судя по всему, меня окружают полные идиоты. Ищите его. Приведите его и поживее. Ребята, за мной, живо. Брат обещал хранить этот город и пожертвовал ради этого жизнью. Я сдержу его обещание.
Он на крыше. Осторожно. Там, наверху. Это капитан. Скажите Феррерсу. Он на крыше. Капитан. Проклятый капитан. Что он там задумал? Брюс! Брюс! Гляньте там! За мной! Живее, живее, за мной! Теперь он наш. Семеро. Сколько всего у него людей? Кажется, 30. Красивые цветочки. Допустим, на каждого мертвеца по цветку. Вычеркнем 7. Но главное у нас здесь, в центре. Когда мы его срежем, через пару дней, Ферраруса не будет. Мы не можем его найти. Он, наверное, в одном из домов спрятался. Найдите его. Наверное, его кто-то спрятал. Обыщите город. Каждый дом. Каждую хижину. Ребята, за мной. Ничего не оставляйте без внимания. Смотрите в оба. Всем выйти. Выкуривайте их. А ну пошли живо. Живо, живо. Давай, стреляй. Где капитан Ривз? Я ничего не видел. Торрес! Быстрее проверьте все комнаты. В чулане. Под кроватями. Там еще наверху. Проверьте третий этаж. Мигель, Негрито. На крышу. На крышу посмотрите. Смотри-ка. Откройте, может, он внизу прячется. Живей, лампу. Осторожно.
Смотри, капитанская. Дай посмотреть. Это капитанская, да? Come on, talk. Where is he? Ну говори, где он? Leave him alone. Оставь его в покое. Look, we're still hanging around. А, ты еще не уехал? Now, what do you know? Надо же. I was looking for you. Я как раз искал тебя, дружок. Might we have a little talk with you? Нужно разобраться. You know, может быть, умрешь, рассказывай мне об этом? Sure, I can tell you. Да. Я расскажу, но буду говорить только с Феррарасом и ни с кем остальным. Посмотрим, с кем ты будешь говорить. Наш друг все-таки до нас добрался. Извини, что я помешал тебе отдыхать. Что случилось? Мы нашли это в подполе. Знаешь что, я начинаю тебя подозревать. Наверное, просто потому, что я всегда был подозрительным человеком в какой-то степени. Это, наверное, латинская кровь играет. Ну, допустим, я хочу тебя спросить, где я могу найти капитана? Ты мне скажешь? Очень забавно. Как ты думаешь, зачем капитан такому, как я? И, допустим, если я смогу его найти, что это будет стоить? Ты по-прежнему веришь, что он знает, где капитан? Скажи нам все. Его найти будет непросто, но думаю, что у меня лучше шансы на это, чем у тебя. И как ты думаешь, сколько стоит такой шанс? Я ждал этого вопроса, друг мой. Ну, допустим, несколько тысяч, если я найду его для тебя. Ах, несколько тысяч? С какой стати мне доверять тебе с такими деньгами, если я даже не знаю, кто ты такой? Потому что ты можешь многое обрести. Я не прав? Может быть, и прав. Мне нечего терять, я могу только выиграть. Ну хорошо, ты получишь $5,000, если обнаружишь его и приведешь к нам. Или хотя бы скажешь, где он, только без ошибок. Ясно? Знаешь, может быть, мне это понадобится. Забавно. Ты права. Ты сам не знаешь, что творишь. Он нас предаст. Точно. Хватит, мальчуган. Никогда не называй меня мальчуганом. Хватит, я сказал. Вечно ты болтаешь, вместо того, чтобы держать язык на привязи. И допустим, я скажу, что я знаю, что он нас предаст за $5,000. Ничего, я плачу пулями, а не купюрами. Смотрите внимательно, наше золото нужно защитить. У нас нет других денег. Так, мы не привлечем внимания. Все правильно, Джефферсон. К завтрашнему дню наше золото будет в Эль-Пасо, в хранилище банка. Надеюсь на это. Друзья мои, отправляйтесь. Спасибо. Всего доброго, мэм. До свидания. Всего хорошего. Удачи. Неужели обязательно должен быть ты? Никого другого здесь нет. Это моя ответственность как банкира. Все остальные на милости этих бандитов. А если они тебя убьют, не волнуйся, со мной ничего не случится. Мы поедем до Эль-Пасо каньоном. Там нас никто не найдет. Они уехали. Кто уехал? О чем ты говоришь? Моррисон и все остальные. Они уехали с 10 людьми в Эль-Пасо. А где там с ним? Я его не видел. Налейте мучачу виски. Я же говорил, мы опоздаем. Хватит уже, это я здесь приказываю, понял? Почему ты все время так злишься, когда еще ничего не решено? Не доедут они до Эль-Пасо, это точно. Мучачо за мной. Ну и где ты их видел?
Некоторые вещи таким красавицам лучше не рассказывать. Кто-то видел Морриса. А если они уехали по другой дороге? Может быть, если я могла бы их предупредить? Лучший офицер в Вестпойнте. Вы там были? Недолго. Азартные игры — это против правил. Мой отец так меня и не простил. Жди меня здесь. Судя по всему, девушка, вы быстро бегаете, а территории здесь большие. Зачем вы меня разыскиваете? Вы здесь ни при чем. Я здесь от жены Моррисона. Вы думаете, я могу найти здесь Моррисона? Я видел, как вы уехали оба. Ну, продолжайте. Они замыслили засаду. Его, наверное, убьют. Его нужно предупредить. А я здесь при чем? Я заметил взгляд, которым вы обменялись с капитаном. Вы, наверное, давно знакомы. А теперь вы хотите за него отомстить. Но его ищут. Бандиты не знают, что он мертв. А ваша подруга? Не волнуйтесь. Никто ничего не знает. Если я буду играть под дудку Феррараса, я могу всех спасти. Я вижу, все вы пляшете под его дудку. Вы мне не верите, но это так. У вас нет другого выхода. Узнайте. Ради жены Моррисона, куда они отправились? Прошу вас. Умоляю. Я узнаю, как добраться до Моррисона. Дело не в том, что я не могу вам сказать, но я вас совсем не знаю. Таким образом, я боюсь. Я не могу говорить свободно. Мы хотим знать, какой дорогой они направились. А это знаете только вы. Простите, даже если вы будете молить меня на коленях, я все равно вам не скажу. Я буду дурой, если доверюсь вам. Что ж, очень хорошо, я понимаю ваши чувства. Но тогда мне придется найти это самому. Они хотели поехать через каньон, кружными путями. Дорога называется Даламеса. Если у вас есть лошадь, я бы с удовольствием воспользовался ей. Возьмите мою. И да поможет вам Бог. Засада! Спасайтесь! Джек, Сэм!
Подожди, Джек, куда ты? Хорошо. Открывай. Прячь золото. Подожди. Отдай мне, мальчуган. Последний раз. Когда-нибудь я с тобой поквитаюсь. Брюс, обезьянка моя, перестань. Теперь все это вернется в Даглас. Там я могу наблюдать за этими денежками. Всем в укрытие. Рауль со мной. Чучо, туда. Остальные за мной. Совсем один. Берем его живым. Живо! Эй, друзья! Скорее за ним!
Судя по подковам, это Мексика. Он сбежал? Не волнуйся, кто-нибудь его перехватит по дороге. Неважно, насколько далеко он уйдет. У нас есть люди, которые могут его найти. Что вы здесь делаете? Мужа нет дома. Что вам нужно? Мы хотели посмотреть, добрался ли до дома твой скакун. Обыщите все комнаты. Капитана необходимо найти. Живо. Может быть, капитан будет только доволен, если вы будете щедры с капитаном и с нами, как его друзьями, правда? Нет. Все не так, все не так. Что? Ты никогда его не ублажаешь? Почему же, моя дорогая? А, ты, наверное, слишком скромна. Но ты разрешаешь капитану делать то, что делает с тобой муж, ведь правда? Нет, капитана здесь нет. Отпустите меня. Стой спокойно. Оставьте меня, мама. Кэти. А ну иди сюда, малышка. Кэти. Зачем она вам? Что вы от нее хотите? Оставьте ее. Мой ребенок не имеет ничего общего. Капитан здесь? Нет, он сюда не ходит. Если ты откажешься с нами работать, я убью ее, так же, как мы убили твоего мужа. Неужели он... Мама! Vamos, muchachos! За мной! Rápido! Живее! He has to come back for his horse. За конем он все равно вернется. Вы втроем оставляйтесь здесь. Разделите его уединение. Когда он вернется, будьте поласковее с нашей матушкой. И не о чем волноваться. С такими часовыми. Let's give her a drink. А давай ее напоим. Отойди. Here, have some. На, пей. Why did you get my shoe away? Ну вот, сапоги промочила. Tell а ну, me извинись. Sorry. И почисти мне сапоги, слышишь? Почисти, говорю. Скажите, что случилось с моим мужем? Я должна знать. Прошу вас. Я сделал все, что мог. Но приехал слишком поздно. То есть вы хотите сказать, мой муж мертв? Да. Феррарес за это заплатит. Но вы же не знаете, они забрали Кэти. Кого? Мою дочь. Кто, Феррарес? Да. Когда они уехали? Недалеко. И далеко они поехали? В Пасо. Вы уверены? Да. Не волнуйтесь, я их перехвачу. Вам здесь ничего не угрожает? Thank you.
Кто здесь? Что случилось? Что ты здесь делаешь? Моррисона убили, его людей тоже перебили. Да, я знаю, это ужасно. Они, наверное, скоро вернутся. Кэти Моррисон сегодня забрали люди Феррероса. Ты знаешь, куда они могли ее спрятать? Я не знаю, но... Возможно, где-нибудь по дороге. Где у них золото? Если кто и найдет его, так только ты. Деньги где-то здесь. Отлично. Сегодня ночка будет жесткая. Тихо, Феррарос наверху. Вот что нужно делать. Тебе кричать и поднять Феррероса с постели. Но если придет кто-нибудь еще, если не разозлятся, вини кого угодно, малышку, Брюса. Я подожду. Фернандо! Что случилось? Я себя это выбью. Скажи, кто здесь был? Я должен знать. Кто здесь был? Брюс! Ларри, Панчо, Пакито, сюда, за мной! Живо! Что такое? Пепе! Хоселито! Хоселито! Мучачос! Камаре! Ребят, сюда! Что такое? Посмотрите! Деньги Моррисона! Откуда они здесь взялись? В окно бросили! Оставим себе! Уезжаем отсюда! А Феррероса? Да забудьте вы про Феррероса! Поехали!
Кэти. Живее, друзья, живее, пока целы. Тихо, тихо. А остальных? Да плевать на остальных. Мы их предупреждать не будем, что ты дуришь. Поехали, пока целы. Осторожно, тихо. Без шума. За мной. Добрейшего всем вечерка. Ну что, паренек, решил так быстро нас оставить? Мальчишка, не смей меня так называть. Я предупреждал. Отлично. Где ты? Come out. Вылезай. Come out and fight, you pigs. Вылезай. Будем драться, свинья. Все вы свиньи. Стадо свиней, слышали? Ну? Слышали, что я говорю? Ну, вылезайте, говорю. Трусы. Ну как дела, паренек? Хорошо. Полковник. Дерьмовый. Кэти, ты дома? Мама, мама. Детка моя. Она здорова. Но вам нужно уехать из города как можно скорее. Сначала окажите мне услугу. Поезжайте в Эль-Пасо. Найдите генерала Ривса и передайте ему вот это. Он командует вторым эскадроном. Скажите, что его сын Джо ждет. Но что они сделали с Моррисоном, они могут сделать и с вами. Теперь все будут в безопасности. Вы и Кати. Большое спасибо, что пытались спасти моего мужа. Даже не за себя. Вы знаете, некоторые вещи лучше не высказывать. Дверь открыта. Осторожнее, парни. Пойдем поглядим. Наверное, кто-то знал, что она здесь. Да, и капитан здесь. Пойдем поищем этого игрока. Уходим. Ларри. Ларри.
Смотрите. Это же буква F. Цветочный сад. Наверное, это меня означает. Значит, он хочет сорвать нас одного за другим из своего садика. Очень интересное положение здесь складывается. Но где он? Куда он отправился? Говори, где он? Куда он поскакал? Он ничего не знает, давно бы уже сказал. Хорошо. Оставьте здесь человека, чтобы он наблюдал за дорогой, на всякий случай. Мы же отправимся к нему. Он никогда не узнает, что находится в мышеловке. Ну, поднял руки и пошел с нами. Без шуток. Иди, иди. Отпустите его. Знаешь, ты меня удивляешь. Вы же видели капитана чаще, чем я. Почему вы его там не взяли? Сначала объяснись, что ты там за крестики ставил в шкафу. Если это мои сорванные цветы, то кто остальной? И что это за глупые, опасные игры, в которые ты играешь с капитаном? Ну, объяснись. Я заслуживаю объяснения. Ты думаешь, нас двое? Трое, судя по всему. И в настоящее время я выигрываю в этой партии. Пока еще нет. Партия не кончена. Тогда твой второй капитан должен приехать сюда. И нам не о чем будет больше волноваться. Скажи, где же он? Ты что, забыл? Ну ничего. Тебе помогут вспомнить. Ставь сюда. Живо. Лейте. По вкусу пришлась. Хватит. В подвал его. Пусть там пораскинет мыслями. Не заговорит, мы его еще тремя бутылками напоим.
Мужчины, промочите горло. Нет, подождите. Сначала покажите мне, что вы умеете. Где-то тут. Смотри-ка, сонный. Эй, гринго, к тебе гости. Очнись! Ну? Джо, соберись. Я их отвлеку, пока ты не убежишь. Сможешь? Мучачо, у меня для вас подарок. Как насчет того, чтобы поплясать? Музыка! Музыку! А мы еще ждем. Быстрее на улицу! За ним! Скорее! Живым его можете мне не возвращать! Только мертвым! Вы двое налево! Сэм! Сэм! Что случилось? Вставайте. Обопритесь на меня. А теперь ты заплатишь, тварь. Ты даже пожалеешь, что когда-нибудь родилась на свет. Помогите! Кто-нибудь, помогите мне! Впустите меня! Откройте дверь! Откройте, прошу вас! Впустите меня! Умоляю! Мне некуда бежать! Мне некому помочь!
помогите! На помощь! Прошу вас! Она здесь. Right. Ладно. Свяжи ее. Всех остальных людей в центр города с факелами. Быстро. Соберите всех. Теперь посмотрим, что там задумал игрок. Он, наверное, решит освободить свою женщину. Ну, парни, глядите в оба. Осторожнее. Ты никого не видел? Если увидишь, предупреди. Не волнуйтесь. Ему время. Ah!
Иди скорее, вперед. Сюда. Ну что, еще хочешь? Пьем до дна. Попробуй, может понравится. Кто его знает? Начнем. Сыграем еще. Бей, Гринго. Тихо. Оставь его в покое. Ларри, позабавь меня с этим америкашкой. Давай, давай. Может, перебрал? Давай, давай, всыпь ему. Еще хочешь? Забыл про свои манеры, да? Ну что мы будем делать с этим Гринго? Очнулся, а? Больше играть с нами не хочет. Давай, мужик, всыпь ему. Ларри, что с тобой? Ларри мертв. Нет. Нет. Мне кажется, этого человека нужно умертвить другим способом. Я хочу, чтобы все жители города видели это. Выведите его на улицу. Живо, живо! А ну пошел, американская свинья. Выводите всех! Всем на площадь! Всем! Всем к церкви! Я боюсь, что же делать? Не знаю. Они просто хотели, чтобы мы все это увидели. Они могут сделать все, что угодно. Граждане Дугласа, мы хотим показать вам пример великого мексиканского правосудия. Так будет с каждым преступником, будь он мексиканцем или американцем. Итак, друзья мои. Солдаты! Чего они ищут? Слышите? Кавалерия! Кавалерия!
Вы свободны, свободны, слава Богу. Всем стоять. Мексиканские солдаты. Граждане Дагласа, я с радостью хочу объявить, что согласно соглашению с Соединенными Штатами Америки, с настоящего дня город Даглас становится частью Мексиканской Республики. Да здравствует Америка! Да здравствует Мексика! Полковник Феррарас, кто это? Я. Я и есть полковник Феррарас. Да здравствует Мексика. Пусть это будет примером каждому, кто нарушает закон и правопорядок. Мексика ненавидит Феррараса и его людей, так же, как Соединенные Штаты. Теперь в Мексике воцарится мир. Утверждаю это. Теперь вы свободны. У меня для вас сообщение от генерала Ривса в Эль-Пасо. Он попросил меня передать вам это. Он ждет вас. Знаете, мне кажется, я приеду туда очень быстро. Спасибо.